субботу в Самарской области ожидается ясная погода, солнце и без осадков. Температура воздуха днем 3-5 градусов тепла, ночью 4-6 ниже 0. Ветер северного, северо-западного направлений 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 4 градуса, ночью минус 5, северный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти ясно без осадков, днем плюс 2, ночью 5 градусов ниже 0, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода без осадков, в дневное время плюс 3, ночью 5 градусов ниже 0, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.